Набор «Доска для рисования» 3D Magic Drawing Board предназначен для совместного творчества детей и родителей. 3D Magic Drawing Board – уникальная технология 3D-эффекта, превращающая любые линии на доске в объемное изображение. С ее помощью вы сможете окунуться в настоящий трехмерный мир. Рисунки можно придумывать самостоятельно, или подложить под доску специальное изображение, входящее в комплект набора, и перерисовать с него рисунок на доску. Закажите 3D Magic Drawing Board по ссылке в описании и получите скидку 53%. Муж Анастасии Заворотнюк совершил неожиданный поступок после слухов о уходе из жизни жены. Петр Чернышов удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии, в том числе избавился от снимков с болеющей супругой. Также спортсмен отписался от всех знакомых в этой социальной сети, сообщили журналисты. Сейчас страница Петра Чернышова абсолютно пуста, свои действия фигурист никак не прокомментировал. Журналисты предполагают, что поступок спортсмена может быть связан со слухами об уходе Анастасии Заворотнюк. Сообщение о том, что актриса не стала, родственники опровергли. Известно, что сейчас Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре в Подмосковье. Если раньше супруг все время поддерживал звезду, то теперь снова вернулся к работе в ледовом шоу. На одном из выступлений его заметили в компании симпатичной блондинки.